Итак, всем привет, дорогие друзья, рад вас видеть на своем канале. С вами Bitwind Play. Мы сегодня взглянем вот на такую интересную игрушку, которая часом вроде как называется Раскол. Вот, собственно, давайте пройдемся по менюшке, посмотрим, что у нас есть по видео. Так, разрешение почему-то максимальное такое можно поставить. Ну ладно, это тоже хорошо, пусть будет такое. Так, частота моя. Ух ты, ёб твою мать. Не, пикселеризацию не надо. Тут все в принципе нормально. Ну чё, давайте взглянем на эту игру. А вы напишите в комментариях, будем ли мы ее записывать, проходить или же нет. Всем приятного просмотра и поехали. Конечно, на нормале играем. Ух ты. Наша разведка узнала о катастрофе на одной из электростанций. В последнем отчете были указаны данные, свидетельствующие об усиливающейся утечке электричества. Сначала причиной оказались сбой основного генератора, однако в ходе проверки выяснилось, что все компоненты системы функционируют нормально. Со временем утечка энергии увеличилась до катастрофического уровня, что привлекло к отключению системы электроснабжения. Это очень похоже на бездействие временных налетчиков. Кто-то там, наш технический консультант, объяснит все детали. А вот он, ёб твою мать. Стрикленд, здорово. Безусловно, О, господи. В ходе предыдущих операций нам удалось выяснить, что монстры используют мощные энергетические поля для перемещения в наше измерение, в наше время. Другими словами, они могут появиться внезапно в любой части планеты. Также мы обнаружили временной канал, возникающий при появлении временных налетчиков. Солдаты описали этот канал как колебающийся зеленый свет сферической формы. Пока это все изменяющаяся информация о враге. Вас высадят в районе склада электростанции. Огороженного массивной конструкцией, безопасное место. Генератор основной секции электростанции вышел из строя, но аварийные генераторы еще поддерживают дежурное освещение. Вашей главной задачей будет добраться до ветротурбин электростанции, включить их для, короче, энергоснабжения, затем эвакуироваться. Сигнал о катастрофе поступил к нам довольно давно. Временные налетчики могли добраться до ветрогенераторов, так что будьте осторожны. Любая новая информация о существах будет весьма полезна. Удачи! Готовьтесь, мы выдвигаемся. Get ready for you now. Опа-на! Кто видел, ребята, у меня на канале замечательную игру под названием Ликвидатор. Так вот, это немножечко, скорее всего, будет из этой области, только с сюжетом. Ни хрена себе тут мышка. Что-то это надо убавить сенсу немножечко. Конечно, она тут стоит на безумных цифрах, просто на безумных. Во, даже чуть-чуть побыстрее сейчас, секунду. Где-то на 34 нормально будет. Да, отлично. Вот тут мы были. Даже, наверное, еще надо добавить. Что-то я совсем себя урезал. 42, наверное, нормально. Во! А, это у меня дробовик такой. Так, первый монстр какой-то краб. Так, это не берется. Я не знаю, как это... Ага, автоматом все берется. У меня потому что 100 хп, поэтому не берется. Что-то где-то открылось. Так, а, это вот на заставке у нас. Картина такая была. Так, идет дождь, весьма атмосферно, ребят. Мне нравятся такие игры. Правда. Так, пока что один краб какой-то был странный.
Ломать, наверное... Да, нету смысла ломать. Для открытия... Не нужен ключ. В смысле? Я что-то тогда не в рубейшн. Сюда? Ага. Электростанция это. Я тебя понял, что это электростанция. Я же подобрал ключ. Так, мне вообще показывает сюда. Вот так. О! Попал. Нормально они, в принципе, отнимают так. Так, я вернусь, заберу вначале аптечку, чтобы она не забылась. Так, вопрос. Есть сохранение, отлично. Так, а есть быстрое сохранение? Можно глянуть, пожалуйста? Не знаю, наверное, тут так будем сохраняться. Так. В принципе, играть можно. Как вы думаете? Напишите в комментах. Нравится вам такое? Или же нет? О, это что такое? Что за джетпак? Минус. Так, дали какую-то подстволку мне. О, башка отлетела. Классно. Нифига, тут кромсалово даже есть. Прикольно. Блин, тут куча... Куча всего, куда можно сходить. Мне это не очень нравится. Так, двери генераторно открыты. Пойдем посмотрим. Вот эти, наверное, да? Ну да, это похоже на генератор. Там еще, да, кто-то был? Смотри, тут вообще нормально заперто. Блин, это прям Doom. Конкретный Doom. Заблудиться как нефиг петь здесь. Так, это мы назад, да, вышли? Так, значит, пойдем туда. Ну, жизни хоть сыпят немножко. Минус башка. Что там? А что такое? А! Там пацаны на стрельбище. Чё-то хп уже-то и нету почти. Так, открыли двери. Это будет место эвакуации, я так понимаю, да? Мы типа откуда-то отсюда выйдем. Ну, пойдем назад. Так. Сейчас проверим. Тут заперто. Так. Это я назад вышел. А, во. Теперь тут открыто. О, таракан бежит. Минус Тарик. Быстро минус Тарик. Хайт волтаж. Высокое напряжение. Так, мы еще что-то открыли. Блин, интересно, однако. Кто бы мог подумать, что это реально будет интересно. Так, а тут заперто.
Давай вспоминать, где еще двери есть. Не открытые. Тут вроде бы все. Да, здесь все, здесь больше ничего нету. Выходим назад. Так, сейчас вот тут мы еще не все, по-моему, смотрели. Почему нельзя просто перепрыгнуть и подобрать? Зачем так усложнять все? Так, это я вышел вообще в начало. Так. Это сюда. Так, здесь что у нас? Тут заперто. Окей. Так, давай вот тут еще раз осмотримся. Тут что? Тут вроде бы больше ничего нету. Да, мы здесь все использовали. А нет, не все. Так, цель здания выполнена. Дополнительный источник энергии к вертолетной площадке. Все, ребят, направляемся назад. На эвакуацию. Сейчас по-любому монстров вагон будет. Блин. Мне нравится эта игра. Так, что-то я круги какие-то странные делаю. А, все. Уровень пройден, ребят. Отлично, солдат. Очень неплохо для первого задания. Включение таких-то, таких-то генераторов позволило нам восстановить мощность электростанции. Нет времени на брифинг. А на одной из военных баз возникла серьезная проблема. На подземном уровне хранят стратегические ядерные боеголовки. Так. Временные налетчики открыли временный канал в одном из подземных бункеров. Если они доберутся до системы запуска боеголовок, мы не сможем дать отпор. Эти боеголовки невероятно мощные и способны стереть человечество с лица земли. Мы высадим вас на базе, а вы должны будете добраться до грузового лифта и спуститься на нем на подземный уровень. Ваша следующая задача – добраться до станции управления пуском ракеты и отключить оборудование и системы. Имейте в виду, что военная база оснащена системой безопасности на основе камеры автоматической турели. Мы не контролируем систему. Говорит. Поэтому она уничтожит всех в зоне поражения. Будьте начеку. Удачи. Так, вторая миссия, ребят. Я сохранюсь. Здоровье 100, уровень 2, даже дата написана и время. Ну как вам, ребята, такая игра? Напишите в комментариях. Кстати, секретов тут 20. Посмотрим. Что за игра? Так что все зависит от вас. Хотите, будем проходить. Не хотите, не будем. А я погнал снимать для вас новое видео. Всем, ребята, удачи. Спасибо за просмотр и пока-пока.